приветствую, дорогие подписчики. Сегодня мы с вами приготовим мохито на зиму. Наши основные ингредиенты — это будет крыжовник, лимон и мята. Засыпаем 2 чашки крыжовника в банку. Теперь наши баночки наполняются крыжовником. Банки с крыжовником наполнены. Теперь мы нарезаем лимон. Как режется лимон? Просто дольками, да? Колечками. Колечки с лимоном бросаем в банки с крыжовником. Далее в банки добавляем 4 веточки мяты. Ну все. После заполнения мятой заливаем банки кипятком и оставляем на некоторое время. Некоторое время — это время остывания самой воды. Вот так, дорогие друзья, готовится вкусный напиток мохито. Ставим чайничек на закипание. Водичка у нас закипела. Теперь мы заливаем горячую воду в банки. Следующий этап. Сливаем с банок жидкость и кипятим. Далее добавляем 250 грамм сахара в ту же банку, где была слита вода. На залитую банку кипятком накрываем крышку, закручиваем ключом и ставим под теплое одеяло на остывание. Мохито для зимы готов. Баночки укутаны, пропариваются. Всем пока. Пишите в комментариях свои отзывы.